Сегодня у нас понедельник, 8 июля 2019 года. Ну, сходили, порыбачили мы. Тут осталось немного, остальные разъехались. Вот Георгий Кадушкин. Вот так. Дмитрий Лемеш и Сергей Пупков. Вот растянули мы бредень. Это ограждение при стройках делает, чтобы не упало. Ну и попросил уже, они отработанные. И сейчас зашивают, где прорва. Каждому дана иголка, нитки. Указано, в каком месте ему быть на крышке колодца. Никуда не сдвигаться, ничего не будет потеряно. Ты смотри, не вырезай, что как раз. Ты должен брать нам шире намного. Шире. Понял? Чтобы стягивать, не порвать. Вот в деревне все это найдется место и приятно. А человек, который, если, вот смотрите, маленький, вот этим воспользуйтесь шнуром. Сегодня уезжают все. Ну, Сергей Павлович обещал вроде в четверг вернуться. Дал им дощечки. Вот он подкладывает ее. Все. Рядом заплатка. Видно как, точно так же. Ну, старая. Ну, сегодня поймали мы ведро рыбы. А ведро в наших условиях это сушим на зиму, как креветки сухие. Мелконькие, но хорошие. Вот сейчас посмотрим. Видите, у нас она где-то 12 метров, кажется, длина. Еще бы метров 8 надставить, но нет нигде. Надо поспрашивать, где строители там бывают, снимают уже постройку-то, и это все выбрасывают. Ну, рвань. Ветер рвет, падают предметы, разрывают. А мы все починим. Голь на выдумку хитра. Вот мы заходим сюда. И везде у нас на дверях написано вот так. Любви не хлопать. Тут Володя щебарничает. Значит, рыбу промыли, солят ее. Не, мы сегодня 300 примерно карасиков отправили на Рыжковский пруд. Не пересоли, а то в рот не возьмешь. Все, промыли сразу следом. Все ведра уже чистые. Пожалуйста. Такая мелкая рыбешка. Это сорная рыба называется, гальян. Она очень хорошая. Костей нету. Малые дети могут есть. Варят ее, сушат. Как угодно. Ее ловим на шлюзе. Там никогда не было воды. Которая Игорь чистит гальяна. Что с ними будем делать-то? Тоже сушить? Ну, засоли и варить. Варить? Да, конечно, хорошая уха будет. Кишки отдашь мне. Я кошек покормлю. Они сейчас что-то кричат. Ты можешь мне дать тут где-то спрятано что-то. Дальше их не было. А в холодильнике там нету у вас? А? В холодильнике нету ничего? Нет, у меня ничего нету, пусто. Я бы покормил, если дашь. Хотя половину, наверное, грусть. Интересно, как стали сегодня, когда стали все обедать кошки. А то время она прибегает и большую мышь. Они чуть не отобрали у меня. Я ухожу сейчас. Всем дал работу. Вот. Владимир Дубунов чистит, это у нас крупный гальян. А ты что делаешь-то? А мне сказали косточки убирать. Ну, раз ты руками там лазишь, ешьте сами теперь. Да, у меня, так у меня чисто, я их не дам. Все равно, нежелательно. Это мы едим, обсасываем и скидываем. Чтобы вот так отдельно выбирать, этого никогда не делали. Первый раз вижу. Выбирает человек во рту. Я не понял. Вот вы ни слова не говоря, зарезать. Теперь делите между собой. Я уже их брать не буду. Все, я ушел.